Если мы не едем на... В Ульяновской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Дожди превратили дороги в реки. За последние сутки выпало почти 90 миллиметров осадков. Вода затопила областной художественный музей. Пострадали уникальные экспонаты, некоторым из которых сотни лет. Все машины стоят, половина под водой. Попытались заехать на трамвайную линию, чтобы как-то спрятаться от воды, но кого-то это не спасло. С каждой минутой она все больше и больше погружается под воду, это бедная синяя. Не знаю, что это за машина. Но тоже красная. Буквально минут 10 назад она была там по колесу, уже колеса виднелись, уже все. Дожди привели к отключению электричества, света не было в 10 населенных пунктах. Но, как заявили в МЧС, сейчас электропитание уже восстановлено, спасатели занимаются откачкой воды. В Ульяновском временно развернута система антикризисного управления, которая позволила минимизировать последствия прохождения данного циклона. Развернуты и приведены в готовность все аэромобильные группировки главного управления. Приведены в полный состав силы и средства РСЧС Ульяновской области. На данный момент электричество на территории Ульяновской области полностью в населенных пунктах восстановлено. Работы проводятся по откачке воды в придворовых и подвальных помещениях по Ленинскому району города Ульяновск. В Татарстане из-за ливней и сильного ветра без света остались почти 6 тысяч человек. Было обесточено больше 100 населенных пунктов. Коммунальные службы уже восстановили электричество. По Самарской области прошелся ураган. Сильный ливень затопил центральные улицы Самары и Тольятти. А шквалистый ветер повалил десятки деревьев. Такая погода сохранится весь четверг. Есть перебои с электричеством. Так в Самаре ветер сорвал высоковольтные провода.